Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. В последней серии мы выполнили пару интересных квестов. Сначала мы разобрались с сектантами. Теперь, надо сказать, они объявили на нас охоту, по словам Мейсона, местного предводителя воров или кого-то подобного. Но, тем не менее, нам как бы плевать. Во-вторых, мы преследовали одного человечка непонятного. В итоге выяснилось, что он тоже как-то связан с этим Salvation, с этой сектой. Ну, короче говоря, мы за ним проследили, эту информацию получили, и она была для нас полезна. Теперь нам нужно выбираться отсюда. Вот здесь у нас Гранд Соран на... сначала нам нужно поспать, да. Во! Так, спим. За 500 рэп. До утра. Потому что церковь закрыта. Нам нужно поговорить с батюшкой местным в церкви. И у него выяснить. Нас попросил сэр Максимилиан разобраться. Здесь какие-то святоши, исследователи. О, наш последователь вернулся, что-то нам принес. Кто-то с ним поиграл. И нам дали одну траву лечилку. И то хлеб, как говорится. Да ладно. Короче говоря, нам нужно помочь им в их исследованиях. Они собирают разнообразные знания о том зле, которое появилось в этом мире и угрожает всем. И попросили нас эскортировать до каких-то руин, что ли. Не знаю, сейчас будем разбираться. В принципе, уже наша команда начинает устаревать помаленьку. Но пока что справляемся неплохо. Вот, допустим, я 30 уровня. А как я 30? А, ну все 30. Я наконец догнал их, значит. Так что все нормально. Потому что когда я их брал, я был 27-го. Так, хорошо. И выдвигаемся для этого нам вот сюда. Подожди, утро наступило, нет? Что-то какое-то странное утро, темное опять. Как было у нас один раз, когда вы помните, голову гидры везли на тележке. У нас весь день было очень темно. Это, похоже, баг, что ли, местный какой-то? Или что это? Я везде баги вижу, мне говорят. Ну, возможно, это и так. Так, но тем не менее, тут открыто все. И хорошо. Так, кто у вас тут главный поп? Вот он. Приятно познакомиться. Очень большая радость, что ты нам помогаешь в наших начинаниях. Я тебя надолго не задержу, потому что наша группировка уже выдвинулась из Гранд-Сорена. Они пошли на юг, к руинам. Рядом с инкэмпментом. Не знаю, какие там опасности ждут. Но я буду спокойно спать, зная, что вы с ними. Так, догони их и присматривай за ними. Да ускорит твои шаги Создатель, сказал Святоша. И тут я с ним соглашусь. Аминь, как говорится. И давайте выдвигаться. Далеко нам идти вообще нет? Вот так. Понятно, нам из города, короче говоря, нужно выйти, похоже. Да, идти довольно далеко. И сейчас мы пройдем опять по этой тропинке, которая мне не очень нравится. Слишком уж она длинная, долгая. Но ничего. Я уже соскучился по тем местам. Тем более по дороге там вроде как где-то... Кстати говоря, надо к дракону сходить будет как-нибудь. Но вы бы увидели. Это то есть... давайте я объясню. Зверюга такая 10 метров на 10. И высоту метров 5. И вот эти вот точечки, тут же не просто полоса жизни, а как у японцев принято, полоса жизни и точечки. То есть, когда сносишь одну полосу жизни, одна точечка тратится еще столько же и столько же. Так что... Блин, ну как это объяснить? Короче говоря, как вы видите, жизни у нее очень много. И я сношу там натурально по миллиметру. Там, из километровой полоски жизни. Бить его долго, а он убивает практически с одного удара.
Если Очень серии успеет. будет с драконом, то я всю серию буду его бить, и то, скорее всего, не успею даже. Если он даже не сможет меня убить, то есть чисто если я его буду бить. Но вообще это находится, сейчас я вам покажу где, если кому-то интересно сходить туда самому. Так, вот крепость. Вот тут вот кемп небольшой, и вот здесь вот этот дракон водится. Вот сюда приходите, и тут у вас будут проблемы. Да, с утром у нас что-то не задалось. Или это просто замок сгораживает? Вот так-то солнце светит, но не освещает. Вот бывает такое в этой игре. Это похоже все-таки баг. Потому что солнце светит, теней практически нет, огни горят, как в ночное время. В прошлый раз я думал, что это, возможно, просто еще не рассвело. Но, блин. Потом просто начало темнеть, и я уже понял, что это действительно с днем было что-то не так. Так, тихо. Где гоблины? О, ребята. Кстати, у меня же новый скилл. Ну ладно, сначала подеремся, потом уже разберемся, что он делает. Так, это не оно. Вот, это что это такое? Что это нам дает? Хорошо. А какой страшный человек. Так, сейчас мы пойдем по этому коридорчику. Здесь вся надежда будет на Кари и на Майю. Потому что здесь будут гарпии. А мы, как вы понимаете, не очень хорошо с ними справляемся. Так, и что нам это дает, Даунтраст? Я, честно говоря, не понял. Ну-ка. Не понимаю, что это нам дает. Ладно, разберемся между сериями. Так, ребята, вы куда? Там сюда, что ли? О, кого тут только нет. Так. Короче говоря, пора доставать фонарь, потому что, несмотря на то, что день наступил, помощи от него нам никакой. Очень темно. Давай. Молодцы. Куда полез? Молодчина. Солнце светит и темно. Не понимаю. И ладно бы это... Ух ты, у нас гром какой. Ладно бы это просто в каньоне было где-то тут. Ой, тихо, 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 не надо. А я здесь вообще не был, такое ощущение. Или нет, все нормально. Гарпии. Вот гарпии не хватало. Так, тихо, тихо, тихо. Ну ладно. Сами по себе они легкие, просто единственное, могут наверх унести и уронить. Так что все-таки не надо их списывать со счетов. Так, ну что? Да, все, прошли мы этот. В принципе, можно убрать. Тут все-таки не так темно, как мне кажется. Да, здесь уже заметно светлее. Так, что у нас тут может быть? Здесь же у нас ничего нет. Только этот. Ну ладно, нам новые напарники не нужны, нас старые девочки устраивают. Подожди. Я куда-то не туда иду, по-моему, нет?
Ага. Нам нужно как-то вот так. Craftsman must know his tools, a warrior his weapons. Plants of all kind grow with the Как trees идти дорогу? so many Я отсюда пройду вообще, нет? Или мне как-то там... There's a land rife. Careful! О, там кого только нет. Так, ну понятно, нам нужно спуститься. А там уже разберемся. Да, ну конечно, воинам поинтереснее их рубать. Хорошо. Это что за стрелы были такие матерые? Еще гоблины. А, вот ты. Хорош. Ох, молния у нас сверкает, вы бы видели. А вас порядком. Что-то у меня ощущение, что я отсюда не пройду туда. О, грохочет как. А нет, вон там проход есть какой-то. Подожди, я же сам сказал Акаки, чтобы он бил более слабых, а сам жду, что он будет лидера рубать. Мой косяк. Я думаю, что он его не атакует. Я им сам в предыдущей серии приказал разбираться со слабыми, а сильных оставить мне. Акаки. Страшный Акаки. Мне многие говорят, что я многие вещи не понимаю, я не понимаю то, что мне не нужно. Так что не подумайте. Ну, временами просто прощелкиваю, пропускаю, конечно. Спорить не буду. Так, это что? Серебряная руда. Во, вот это нам пригодится. Может, ничего нет? Серебряная руда, нам, по-моему, 6 штук нужно, чтобы суметь прокачать что-то из своего оборудования. Конечно, опять перегруз будет. Так, в итоге мы, похоже, маленько не туда пришли, да? А, нет, все нормально. Мы просто не в тот поворот завернули. Тут за поворотом. Ну тут опять гоблины, по-моему. Слышу водопад, говорит, или речку. Вон там мы проходили. О, туда падать не нужно. Так, остальное возьмите, ребят. Возьмут, нет? Не хотят. Ну ладно. Мне уже достаточно, по-моему. А, это вообще камень. Камень мне не сильно нужен, надо отметить. Ой, блин, я подумал, они убиваться уже начали. Опасная, говорит, старая земля. Нужно аккуратнее ходить. Так, ну вот и все, мы пришли. Ну что, святоша? Ты разом? Я один из группы, посланный разведать руины. Брат Джон отправился вперед. С тех пор я о нем ничего не слышно. Aid, seen,
I beseech you, sir. Find Jean within and see him safe. В общем, он не может Жана, похоже, найти. И просит нас об этом. Ну, пойдем. Да, это обещает быть любопытным. Алтарь водяного бога. А как и уйди с дороги. Ой, вот эти летучие мыши, они маленько не в тему в этой игре. Хорошо, но зато левелап. То есть, почему они не в тему? Сражаешься с кем-то определенным, с каким-то видом врагов, а тут какие-то не в темные, такие мелкие зверюшки. Так, туда путь. Там что-то лежит. Трава. И кто-то там... Кто-то там нехороший. Затрещенный. Так, что за траву мы подобрали? Так, ее комбинировать нужно. Еще одну змейку убили. Митридат, тоже хорошо. Гвинвориш, тоже отлично. Митридат лечит от всяких ядов. Ненавижу крыс. Что это вообще? Крипта опять какая-то? Так, давайте забафаем себя, попробуем. На святоту. Да, хорошо. Отлично. Все-таки мой полноценный такой. Самостоятельный. Ох, не зря я на святоту зачаровал себя. Против них лучше ничего нет. Зато деньги. Ой. Кстати говоря, тут еще зависит от того, с какой скоростью машешь своим оружием удары. Видите? Блин, с кем ты там дерешься? Давай. Окей, не убегай. Короче говоря, если просто кнопку так долбишь, то он делает вот это стандартно. Если помедленнее, то вот так, вот так и вот так. Тоже очень много таких нюансов. Так, нам туда, значит, сюда пойдем. Или нет? Так, туда что-то, короче говоря, можно засунуть, похоже. У меня ничего нет, что туда можно было бы засунуть. Так, пошляки молчать. Так, это выкинем сразу. Нет, это явно не то. Не знаю. Пока что, в принципе, нам есть куда идти. А как и не лезь вперед. Там, я так понимаю, мы придем к источнику этих неприятных звуков, да? Майя верит, что здесь рычаг есть на нижних этажах. Да блин, не ту кнопку нажал. Так, тебе огонь понравится, нет? Не особо.
Хорошо, горишь. Он когда бьет по моему огненному щиту, он сам загорается. И вот это ему совсем не нравится. Тихо. Отлично. Ломай, ломай, пока он за... Ох, о-хо-хо-хо-хо. О-о-о. Внутри всего, ладно. Это где это они полезли? А, ну вон. Руби, руби, руби. Так, мне нужно отступить. Вот так вот маленько сюда. А, против них льдом надо действовать. Лед против них очень страшное оружие. Они же хладнокровные. Вон оно что. Но у меня льда с собой нет, к сожалению. А, у меня фрост. А, ну это репост. Это я щит чисто могу заковать. Ну что ж, будем знать, что против хладнокровных холод очень хорошо идет. Так. Денги. Денги много дают. За раз 10 тысяч поднял, это же офигеть. Так, что у нас тут? Так много света, что я нифига не вижу. Вроде как здесь должен быть рычаг, но что-то не видать. Блин, еще бы вы не мельтешили, а. Да нет, вроде. Не знаю, может я прощелкал, конечно. Не, ну по идее он по-любому тут должен быть. Так, давайте стенки пройдем все капитально уж. Может, я его не заметил. Да нет, похоже, нет ничего. Ну ладно. А какие там пока добывает руду? Так, ну и что, мы сюда пришли чисто, чтобы подраться, что ли? А говорили, что здесь должен быть рычаг. Я ничего не понял. Ладно, пока что идем дальше. Нет, лучше... Хотя да, пускай огонь будет. А, мы его подобрали, понятно, вот он что. Понятно. Так, что еще у нас тут есть? С этой стороны тоже спуск какой-то. Подожди, нет, это тот самый. Нет, это не тот самый спуск. Это какой-то другой. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Может, тут у нас... О, сюда мы не пойдем, понятно. Так, я слышу еще неприятных тварей. Так, сейчас он нас улетит. Хорошо. Кари, обороняйся. Сейчас мы до него дойдем потихоньку. О! Хорошо. Видели, как на них лед действует? Или это моя святота на них так действует?
Или это мне Майя поставила на щит? Ой, то есть на меч лед. Не совсем понял, но пока что помогает. Так, тихо. Первым делом нужно... А, блин, да... Ох, это что такое? В смысле, это... Офигеть, что это было? Мне не очень понравилось, честно говоря. Ну, в воду больше падать я не хочу. Ну, бей уже, ну. Да не то, блин, все забыл. Да. Мой дикий... Ладно. Хорошо, что есть напарники. Кольцо Азурш. Так, что такое? Фу. Достаточно серьезные противники. Сопротивление... Офигеть, какое сопротивление чему-то. А, сопротивление льду. Хорошо, пригодится. А сколько колец могу надеть? Одно, как обычно? Да. Видимо, опять же, не на пальцы он его надевает. Так, добивайте уже эту ящерку. Так, все. Здесь не то, что сложно драться, а просто неудобно. Золотое яичко, отлично. Для чего оно интересно? Так, что тут? В воду падать не надо, я так понимаю. Какие-то тряпки взял. Зачем они мне? Так, ну пойдем по новой отсюда. Интересная локация, но, блин, что это в воде такое было? Здесь, похоже, во всей воде такое же было, потому что, когда я был в городке в самом первом, в рыбацкой деревушке, просто в воду заходил, у меня жизни начинали тратиться. Прощелкал я этот момент. Так, Холли обязательно, он нежить, вижу, лежит. Там, говорит, огромное чудовище какое-то лежит. Спереди ждет нас. Плохо. Давайте тогда сохранимся, что ли? Что за массивное создание ожидает нас спереди? В принципе, я думаю, сейчас мы его быстро размотаем. У нас команда достаточно хорошо такая сыгранная уже стала. Даже жалко расставаться с этими девочками. Так, понятно, вот и все, что осталось от этого святоши. О, я вижу краем глаза. Здоровая хрень там ходит. А как и не иди вперед. А, это ты, да? Циклоп. Циклоп, говоришь? Ой, куда я ему залез? Ща все будет. Тихо. Ой. Хорошо рубает. Кто-то, я упаду сейчас. Так, что у нас там против по восполнению стамины есть? Так. Полностью восстанавливает, но это мы оставим, это слишком хорошая вещь. Так, а вот это вот у нас вообще позволяет не тратить стамину. Да,
Не дотянешься. Я с умом на тебя повис. Хорошо. Успею, я думаю. Прежде чем действие закончится. Ой, слетел. Тихо, ребята. Блин. Ну ладно, они там неплохо справляются. Чуть-чуть осталось, видите? Давай, дружок. Да ты посмотри. Все, у меня уже стамина кончилась просто. Вот мне повезло. Так, давайте мотать его. Ему чуть-чуть осталось. Глаз долбаните кто-нибудь, пожалуйста. Нравится? Все, падай. Ломали. Достаточно просто, надо сказать. Фу. Да. Больше тут, я так понимаю, нет ничего, да? Ну как ничего? Ты. Так, ну-ка давайте посмотрим. Что это нам вообще дает? Посох. Так, ну-ка давайте-ка. Просто попробуем. У меня, конечно, на него никакие скиллы не выучены. Просто посмотрю, как он вообще работает. Так, ну кепочку я надевать не буду, она тем более так тупо выглядит. Тут все хорошо, тут все хорошо. Так, Violet Ring против электричества, отлично. Ну, допустим. То есть фаерболы. Еще бы вот это вот постоянно менялось, то есть... Так, это что? Можно было быстро бы менять между мечом и посохом, вот тогда был бы у нас торт. А пока что все-таки меч предпочтительнее, потому что у нас есть в команде люди, которые с дальнего боя действуют. Так, взрывные стрелы. Ну все, можно возвращаться. Задание было коротким, но достаточно интересным. Мне очень понравилось. Просто не ожидал, похоже, такого напора. Этот, как его назвать, гигант, циклоп. Так, ребят, поддержите меня, а то я запыхался. Спасибо, Майя. Пожалуйста, говорит, не перестарайся. Но прикольно так, да? Так, у меня, похоже, опять перегруз, я очень медленно бегаю. Так, тихо. Кто-то выжил еще, что ли? А, ну это вы. Хорошо. Лед против них очень действует. Мое почтение, как говорится. Жаль, в воду не можем. Так, здесь вода не сошла? Нет, не сошла. Ну и ладно. Было весело. Что же, как же нам сюда-то попасть, а?
в комментариях, пожалуйста. Как-нибудь потом серии через 5-6, когда я это все увижу, сходим сюда. Наверное. Надо запомнить это место вообще. Любопытное было такое. Так, все вперед к солнечному свету. Неутешительные вести принесем этому святоше. Блин, офигенный квест какой, мне очень понравился. Обожаю вот такие вот каверны и... прям в них как-то совершенно по-другому игра воспринимается. Если в городе это что-то наподобие Assassin's Creed, только в компании, почему-то вот именно вот такие вот у меня ощущения, то в подземельях, ну, что-то вот прям просто свое. Жан мертв. Я понимаю. Я не желал ему смерти. Я сделаю все, что мог. Вернее, смогу. Просит помощи. Исследовать руины нас просит. Так мы же уже исследовали эти руины. То есть он говорит, давай в его память мы исследуем эти руины, чтобы я знал, что его смерть была не напрасной. Так, ну хорошо, что еще ты мне скажешь? Короче, нужно собрать куски мозаики, нужно разобраться, что там происходит. Но этим мы начнем заниматься, я думаю, в следующей серии. Сейчас пока прекратим, потому что сдается мне, что вот эта дверь теперь откроется, и достаточно много там еще будет всего происходить. Надеюсь, вам понравилось. Мне потому что понравилось очень. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.